Сегодня мы ездим по Латгалии. Представляете? То все по заграницам, да по заграницам. А так, Латгалия тоже красивая регион Латвии. Это Гаршенес Пилс. Какая-то тропа еще есть. Вот так вот. Сейчас покажу. Красиво здесь, что-то старинное все. Ох, какие было построено, соответственно, в 1856 году. Ой, как хорошо. Ну, пойдемте посмотрим. Пойдем по дорожке. Вот тут все так разбито. Главное, клеща не поймать. Да? Угу. А кто-то ходил по песку. Ну, тут, наверное, как-то просто живут. Нет? Красиво очень. И даже вон есть почтовый ящик. Можно поставить. Тут мы еще взлетим на Мавике. И посмотрим это все сверху. Вот есть такая красивая скамеечка под дубом. Все как положено. Можно посидеть. Ну вот он, Пилс. А наверху даже есть аисты. Смотрите, гнездо аистов. Да, еще все облагораживают здесь. Красота. Очень красиво. Ну, это просто проветривается, потому что сыро. И очень там чай эти есть, как у ласточки. Вот. Вот такой замок. Вот. Красота. Да, это, наверное, те, которые на машине тоже осматривают. А тут у них тоже пластик. Я как специалист по пластику. Вот тут прямо такие, прямо, ну, красивые розочки, все цветет, все украшено. Вот есть велосипед, ты даже приехал, какой-то работник. Вот. Жемчужина такая. Да, камни какие-то. Там будет фонтан, посмотри. И инфотуризма пункт. Сейчас мы обойдем это все и потом взлетим. Давно крышу делали, уже ржавчина пошла. Но. Вот они кусочек, получается, сделали здесь и запускают туристов с этого края. Вот. Такие вот дела. Посмотрим, там он как-то лига, наверное, будет праздновать. Бесцеремонно по их траве ходим. О, а тут большая веранда. Это деревянная. О, ой, какие большие шмели летают. Смотри. Вот, красиво. Очень большая. Тут прямо, наверное, делали какие-то посиделки. Но реставрации давно не было. Это все старое. Это еще советское время. И все поля маркиза Карбаса. Все натуральное. Вот такая вот усадьба. Ничего про нее не расскажу, потому что ничего не знаю. Кто хочет, тот сам смотрит. Ну, похоже, что здесь была школа, судя по впечатлению, что в советское время здесь была школа. А это какой-то художественный класс. Сейчас мы на все это посмотрим свысока.